Ладно, это хуже. Ну, мы можем идти. Давай, чем дальше, тем лучше. Я же отсюда не выберусь сам. Блин, ты как сюда залез? Я сейчас в аптеку за успокоительным пойду. А кто там спрятался? Охрененное место. Победитель сегодня получит главный приз – 2 билета в Париж. Я просто буду молчать, чтобы не материться. Это просто... Ого, тут пропасть. Мы будем играть в экстремальные прятки. Это самое лучшее видео, которое я видел. Засмеялся, проиграл! Игра, в которой нельзя смеяться! Каждый раз, когда ты заржешь, загибай палец на руке. А в конце этого видео в комментариях напиши свой результат. И посмотрим, кто из нас выиграет. Ты или я. Или я. Меня зовут Женя Белозеров. Поехали! Ни хрена себе храпака дает. Спите, спите, завтра... Я тут утром вставать. На, придурок. Нахера ты меня будил, будила? Кошка всегда выбирает самое лучшее теплое место в доме. Так что... Именно. Я к этому был не готов. Ну как, холодец? Нормальный. Вкусный. Вкусный. Заметно. Ну, может, рюмочку нальешь? Ха! Хорош-то карать, а! Так. Может быть, то было не молоко? Dude, what are you doing? Stop! Those are Christmas presents! Sorry! What's wrong with you? Вот еще. Родители поставили москитную сетку. Ага. Чтоб никто не залетел. Но моей сестре это не помогло. Если вдруг вы не поняли, значит вам еще как бы слишком мало лет. Но каламбур зачетный, мне нравится. Попробую не засмеяться, я очень попробую. Итак, давай, я пробую. Сейчас по яшкам, по яшкам. Мария. Нет, все. Но это больно. Это не смешно, это больно. Так, Несквик и молоко. А, чтоб они переспали, чтоб получилось кофеечек, да? Хорошенький, вкусненький. Не понял шутки. Шутки не понял. Бывает, а что делать? Так. Это чемпионат Нави, да? Чемпионат Мейджор, или как он там называется? Я не понял прикола! Хорош. А там Влад Бумага сидит, вот он куда пропал. Он в этой маленькой ламборджинке! Ёшкин матрёшкин, ни хрена себе! А, типа, а, не-не-не, я дома посижу, да. Я посижу дома, спасибо, не надо, тут как бы мне хорошо там. I see this flower. А эта муха залетела все-таки, да? Застряла, прикиньте. Насколько ей хотелось А, вот так да. Насколько ей хотелось перелезть, что она типа застряла даже. Хорош! Вот это да! Ну надо ж проверять колесики, а? Нормально все? Глаза так ярко светятся, капец! Моя курва заебистая наличники. Заебистая курва. Шкаленая курва. Это типа яичница со вкусом клея, я так понимаю, да? Курва ебана на кулете! Ну, так первый блин комом всегда, это нормально. Господи, какая мерзость. А где музыка? Я понял, где. А, я видел эту девчонку. Я даже в ТикТоке на нее пародию снимал.
Пацаны, тут, короче, собака какая-то тявкала на нас, блядь. Давай, выходи! Собака-улыбака. Выходи, чё? И сейчас, наверное, какой-то чихуахуа маленький. Чё? Давай, малютка вообще сейчас вылезет. Ну? Ну? А, не, не чихуахуа. Я ошибся. Сторож, возможно, негр. Ну, такая немножечко шуточка с расизмом. Осуждаю. Да нормально, собака просто... Ой, ты фу, дурак, кошмар, это ужас. Когда вот человеку больно, человек дурак, сам виноват. Но когда человек бьет собаку, это отвратительно. Это не смешно, это ужасно. Придурок. These are some tips and tricks from a pro nerfer that could help you win your next nerf battle. Дашенька, подвинь кресло, пожалуйста. Кошмар. Нет, вот тут она сама виновата. Неужели она не знает, как работает кресло? Ты нажимаешь, и оно вот так вот отодвигается. Придерживать надо. Ну тут как бы сами виноваты. Когда кот обижает кота, это уже их кошачьи дела. О, такие сапожки милые, прикол. Класс. Коту, правда, не очень нравится. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. Класс. Хорош. Давай еще котяк ей выплюни. Ой-ой-ой. А прикиньте, это было бы в 3D. Ты сидишь такой с очками, и все капли сразу на тебя. Если я попаду, ты поцелуешь меня. Я поцелую тебя? А, мужик поцелует тебя. You sexy motherfucker. Дяденька, а продайте мне пиво. Пацан, у тебя паспорт-то есть? Конечно, вот, держите. Паспорт, холодильник, Минск 7. 80-й год, все в порядке. Нормально. Спасибо. Олег, ты че? Это же паспорт холодильника. Ой, я в эти гендерные дела не лезу. Хорош, класс. Круто, это прям красавчик. Стебанул прям все, что можно. Не вот, понял. 603-й домик, смотри. Та-та-та-та-та-та. Опачки, тапочки. Ну а что, что ты хотела? Ты что, не видел, что там скользко? Так, это фильм какой-то. Хорош! Что чувство, когда хотел сходить в туалет и просрался еще в коридоре? Давай на лицо. Давай на лицо. Владимир процитировал своих любимых актрис. Я понимаю, что я уже проиграл. У тебя там, наверное, гораздо меньше пальчиков. У меня уже пальцы закончились. Я наконец-то нашел классную, крутую, смешную подборку. Спасибо, Иисусе! Аминь. Ты что сказала? Ты что сказала? Ты что сказала? А, он типа подумал, что играться будет. На самом деле собака так и задумывала, и просто хотелось немножко тортика. Совсем мало. Нарисуй на хабатку, нарисуй на нас. Капец! О, это прям супер российская шутка. Если кто-то из вас сейчас засмеялся, гореть вам в аду. Ребят. А меня? На его месте должен был быть я. Я! Напьешься будешь. Напьешься будешь. What in the cat? Дойч. Дойк. Короче, что-то с котом связано. А, типа, что делает этот кот? Мы долбоёбы, блядь! А что они делают? Заливают бензин? Куда? Что? С чего смеяться, я не могу понять? Да тут дырка меньше идёт! Жопи хуй, дырка меньше! Ты, Гарик, не тупой?
мой еблан, вот так это делается. Была башня крестного. Это стекло в машине? Ого. А чё он такое слабенькое? А где? Я хотел потанцевать! Вот так всегда. А, я, кстати, это в ТикТоке видел. Это типа квест-комната какая-то. Спасибо вам, ребят, хоть потанцевал здесь. Так, Counter-Strike. А это просто смотрел на него в тупую? Хорош! Получил, получил, да, будешь знать. Что у нас нет в этой банке. Да хуя, многие говорят. Покажи. Ну теперь надо доказать, что ты закончил. В Африке сейчас. У меня за пазухой злой енот, и знаете, я, пожалуй, им воспользуюсь. Рафталия, фас! Буква И нужно запретить в русском языке. Это с от монгол к нам пришло. Внезапно. Господи, ну это нервное. Опа, Дима Масленников, Эмиль. Ну, поехали. Давай. Что? Это такой кринж. Когда заказал сантехника, чтобы тебе трубы прочистила, приехал Дима Масленников. Ну, поехали. Ну, такое. Обычный четверг. Пойдем со мной. Зачем? Потому что ты скоро станешь отцом. Я беременный? Ну да, так оно и работает на самом деле. Твою дочку ебут нахуй, где-нибудь нахуй. Она и на улице хуй знает где. Да, я видел этот ролик в ТикТоке. Так. А что это за игра? Это уже не КС-ка. Я не знаю, что за игра. А потому я шутки и не понял. Я позади тебя. Нету. Пиздобол. Я верю, я верю, я... Называется, когда заказал себе 4 пиццы. Что это? Просто два несвязанных ролика. Снять. Да зачем? Все равно упадешь. Лучше оставь куртку. Сейчас такая подготовка длительная. И... Ля ты дурак, а зачем ты стопанулся, не могу понять. Блиц-опрос. Если тот Степа вот там вот ест, то это, вот это кто? Степа 2. Как брат 2, только Степа 2. Так, этого пацана я тоже знаю, в ТикТоке снимает. Очень крутые ролики у него. Подписан я, кстати, на него. А я всегда знал, что ты пи... Боже мой, блядь, кого я вырастил? Вы чего? Пиздец. Мам, это же просто банан. Чувак, я пошел отсюда. Вы что, гоните? Мы что, в 90-х, что ли? Мам! Нет, нет, даже не говори со мной, блядь, даже не вздумай. Ёб твою мать, блядь, слава богу, отец этого не видит. Отец? Ты вернулся? Пап, скажи, это же просто банан, да? Ничего такого. Пап, пожалуйста, ну не надо. Ну такое, у него есть получше ролики. Вот такая вот подборка. Я очень надеюсь, что ты подсчитывал, сколько раз засмеялся. И напиши об этом в комментариях. Я же, наверное, засмеялся вот столько раз. А на сегодня все. Обязательно подпишись на канал, потому что у меня есть безумная мечта набрать 200 тысяч подписчиков на этом канале до конца года. И только с твоей помощью я могу ее реализовать. А меня зовут Женя Белозеров. Пока!